Это программа «В центре внимания». Важные события, яркие кадры и все, что оказалось в центре нашего внимания. И вот главные темы выпуска. Эпохальный саммит и Конституция Каспийского моря. Как политика США подтолкнула страны Каспии решить многолетние споры. Эрдоган против айфона. И почему конфликт Турции и США может поставить Азербайджан перед историческим выбором? Казнить нельзя, запятая, помиловать, как Никол Пашинян пока безуспешно пытается побороть карабахский клан и устремиться в светлое европейское будущее. В казахстанском Актау прошел Каспийский саммит. По его итогам лидеры 5 стран – России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана – подписали Каспийскую конвенцию и еще 6 соглашений, в том числе в области транспорта, о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и о предотвращении инцидентов на море. Президент России Владимир Путин назвал саммит, на котором подписали конвенцию, эпохальным, а сам документ уже прозвали Конституцией Каспийского моря. Хочу поблагодарить всех причастных к этому большому делу, и лидеров государств, и переговорщиков, экспертов. На основе консенсуса и взаимного учета интересов выработан современный и сбалансированный международный договор, конвенция, который приходит на замену советско-иранским договоренностям 1921 и 1940 годов. Подписание конвенции о правовом статусе Каспийского моря – документ исторического характера. Азербайджан на всех этапах подготовки этого документа конструктивно работал и вносил свой вклад, так же, как и другие прикаспийские страны, для того, чтобы этот документ был подписан. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш приветствовал подписание конвенции о статусе Каспийского моря. Это исторический документ, который поможет странам региона в урегулировании давних споров. Конвенция является значительным шагом к снятию региональной напряженности. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря разрабатывалась 22 года с 1996-го. И договориться по ключевым спорным вопросам удалось в непростые геополитические времена, когда Соединенные Штаты Америки объявили торговую войну России, Китаю, Турции и Ирану. Зарубежные СМИ уже назвали подписание этого исторического документа главной геополитической победой Владимира Путина. Баз НАТО в Каспии не будет. В конвенции зафиксировано ни присутствие на Каспии вооруженных сил третьих стран. И ни одна из 5 стран не может предоставлять свою территорию вне региональному игроку для использования ее в качестве площадки для совершения агрессии против любой из прикаспийских стран. Важно, что конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил вне региональных держав. Итак, согласно конвенции, большая площадь водной поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделят между собой. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным правилам. Если речь идет о реализации масштабных морских проектов, обязательно будет учитываться экологический фактор. Урегулирование правового статуса Каспия создает условия для вывода сотрудничества между странами на качественно новый партнерский уровень для развития тесной кооперации по самым разным направлениям. Необходимую для этого нормативную базу обеспечат в том числе и подписываемые сегодня 6 профильных соглашений в сферах экономики, транспорта, безопасности. Россия нацелена на совместную энергичную работу по их реализации со всеми каспийскими государствами. Если посмотреть на изученные запасы нефти и газа, то больше всего нефти и газа достанется Казахстану, России и Азербайджану. Иран получит меньше всего выгоды, однако для Ирана сейчас как никогда важно признание соседей как надежного экономического партнера.
Ну, а Туркменистан с принятием конвенции надеется экспортировать природный газ в Европу. Государство рассчитывает на строительство транскаспийского газопровода по дну Каспия до Азербайджана. Он подключится к трансанатолийскому, где у греческой границы его продолжением станет трансадриатический газопровод в Южную Европу. Азербайджан не против сотрудничества с Туркменистаном, однако говорить об этом как о деле решенном пока рано. Транскаспийский газопровод с точки зрения экономики – это проект достаточно сложный, очень дорогой. Даже вот при условиях, что все звезды сходятся, пока сложно сказать, когда этот проект в конечном итоге может быть реализован и будет ли он построен вообще. Потому что экономика работает против этого проекта. В своей речи на саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев даже больший акцент сделал на торговых перспективах между государствами. Азербайджан уже превратился в глобальный транспортный хаб, через который проходят новые торговые пути. Соглашение по Каспии позволит увеличить взаимодействие партнеров в разы. Азербайджан активно инвестирует в транспортную инфраструктуру. И проекты, которые мы реализовали, позволяют нам сегодня рассматривать Каспий как важную транспортную артерию. Коридор Восток-Запад, в рамках которого Азербайджан представляет свои транзитные услуги Казахстану и Туркменистану. Коридор Север-Юг, по которому осуществляется транзит через Азербайджан между Ираном и Россией. Это проекты, которые укрепляют экономическое сотрудничество, создают новые рабочие места, еще ближе делают наши страны друг к другу и способствуют укреплению стабильности и безопасности. В прошлом году объем товарооборота между Россией с прикаспийскими государствами вырос более чем на 20% и составил 22 миллиарда долларов. По коридору Север-Юг в этом году между Ираном и Россией грузоперевозки выросли больше, чем в 100 раз. А когда Север-Юг заработает на полную мощность, это ускорит процесс доставки грузов в 2,5 раза. Ежегодно это порядка 25 миллионов тонн. На саммите Владимир Путин анонсировал стратегию развития морских портов в Каспийском бассейне до 2030 года и строительство нового глубоководного порта в районе Каспийска, который будет способен принимать большегрузные суда с полезной нагрузкой от 15 до 25 тысяч тонн. Президент Туркмении Гурбангулы Бердумухамедов предложил провести следующую встречу лидеров в его стране. В итоге получается неплохая Каспийская коалиция, где снова встретились лидеры России, Ирана и Азербайджана. И будет неудивительно, если саммит станет постоянным, и на него будут приглашать лидеров Турции, Китая и Индии, государства, которые активно задействованы в торговых путях, которые будут проходить через Каспий. Правда, у президента Турции Эрдогана сейчас главная боль – новые санкции США и обесценивающаяся национальная валюта – лира. А все началось после того, как турецкие власти отказались отпустить американского пастора Эндрю Брансона, который якобы сотрудничал с пучистами, которые пытались совершить переворот в стране в 2016-м. В ответ американский президент Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий с 25 до 50%. На фоне этих заявлений курс турецкой лиры обрушился. Национальная валюта Турции подешевела на 14%, а с начала года более чем на 40%. В ответ Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили на 120%, на алкогольную продукцию и то выше на 140%, досталось и листовому табаку на 60%. Также Эрдоган призвал к бойкоту американской электроники. Мы будем сами производить каждый продукт, который мы импортируем из-за границы за валюту, и мы станем теми, кто экспортирует эти товары. Мы объявим бойкот американской электроники. Если у них есть айфоны, то с другой стороны есть Samsung. Эрдоган обвинил США в намерении нанести Турции удар в спину. С одной стороны, вы остаетесь нашим стратегическим партнером в Афганистане, Сомали, в НАТО. А с другой стороны, вы наносите удар союзнику в спину? Это вообще приемлемо? Не успел Эрдоган сделать это заявление, а в Анкару уже прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и призвал объединить усилия и отказаться от доллара. Я уверен, что подобное
злоупотребление, грубейшее злоупотребление ролью американского доллара в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать, и все больше и больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут, так сказать, на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, более договороспособных партнеров с точки зрения использования их валюты. Обострение отношений с США может так или иначе подтолкнуть Турцию к укреплению взаимодействия с Россией. А вот Азербайджан, который сохраняет нормальные отношения с США, может стать перед непростым выбором. Когда будут формироваться новые международно-политические альянсы, когда в том числе странам Южного Кавказа придется выбирать, с кем в большей степени взаимодействовать, Азербайджан должен будет также сделать выбор. Полагаю, что выбор очевиден. Азербайджан сделает его в пользу братской Турции. Играть в кота Леопольда и его «давайте жить дружно» не получится. Раздор во взаимоотношениях США и Турции может повлиять на решение Нагорно-Карабахского конфликта. Ведь если произойдет большее сближение России и Турции, то Москва станет более восприимчива к турецким аргументам по многим направлениям. Россия, предположим, Армения является союзником по ДКБ, но не такими уж и плотными и сильными, тем более в связи с тем, что Пашинян как-то играет, гуляет. А вот Азербайджан и Турция являются сверхинтенсивными союзниками. Поэтому весьма вероятно, что в этой ситуации Россия занимает, например, нейтральную позицию между Азербайджаном и Арменией. А вот Турция занимает очень такую жесткую проазербайджанскую позицию. Ну и давайте не забывать, что Каспийский саммит в очередной раз подтвердил, что Азербайджан является надежным союзником и партнером России. Пока пятерка стран Каспии подписывала историческое соглашение, Эрдоган вступил в экономическую войну с США, в Армении продолжается внутриполитическая борьба. Премьер-министр Никол Пашинян продолжает попытки зачистить карабахский клан. Правда, с бывшим президентом Робертом Кочаряном такой номер не прошел. Либо Пашинян сам пошел на попятную. Апелляционный суд Армении постановил освободить бывшего президента страны Роберта Кочаряна, проходящего по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване и обвиняемого в свержении конституционного строя. Причиной такого решения суд назвал неприкосновенность Кочаряна как экс-главы государства. В этот же день толпа несогласных с решением суда с криками «убийца» ворвалась в здание, где должна была пройти первая после освобождения Кочаряна его пресс-конференция. Участники акции требовали пожизненного заключения второго президента республики. Кочаряну было достаточно серьезное уважение вообще за рубежом, в том числе и в России. Его арест, в общем говоря, вызвал очень негативную реакцию. Москву возмутило преследование политических предшественников. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении, поэтому происходящее там не может не беспокоить. В ответ Пашинян призвал адаптироваться к этой ситуации, чем вызвал еще большую озабоченность в политических кругах Москвы. Говорить России, что она должна приспособиться, это странно. Это все-таки Россия не Армения, это большая держава, и поэтому, скажем так, вот ставите такие условия, это очень неразумно с его стороны. В России как раз и заговорили о том, что пора бы, в общем говоря, вот этого строптивого Пашиняна отрезать от газа. И, в общем, это, по всей видимости, на него повлияло. Для Пашиняна важно отстранить от политической жизни участников так называемого карабахского клана. Без этого шага решить карабахский конфликт будет крайне сложно. А Карабах – главный тормоз Армении для так желаемой Пашиняном европейской интеграции и налаживания экономических связей с соседями. Дело в том, что для евроинтеграторов армянских вот Карабах – это самое главное препятствие, потому что Евросоюз, понятное дело, ну не на уровне официальных заявлений, а неофициально, он им говорит, что мы вот не хотим с вами иметь дело, пока вот у вас есть вот этот конфликт. Пашиняну, как человеку, выбравшему определенный евроинтеграционный вектор, он, соответственно, ему надо от Карабаха избавиться. Но для этого, во-первых, надо разогнать этих карабахских боевиков и сломить их сопротивление. Пашинян пытается усидеть на двух стульях, но может не усидеть ни на одном, если продолжит вести хаотичную политику ни вашим, ни нашим. А теперь дайджест событий, которые также оказались в центре нашего внимания. Голос целой эпохи.
17 августа исполнилось бы 76 лет великому певцу Муслиму Магомаеву. Он был всеобщим любимцем в Советском Союзе, а сегодня его одинаково любят и в России, и в Азербайджане. В этот день любители творчества Муслима Магомаева несут цветы к его памятникам в Москве и Баку. Память о Муслиме не уходит, а возрастает с каждым годом. Вы это сами можете заметить, вы можете опять... Мурашки, вы можете это почувствовать, потому что вот он сделал в мире такую вещь, что объединяет до сих пор людей разных стран, разных народов и свой собственный народ, который он обожал. Я от Эмина Галарова, вот, поэтому их, к сожалению, сейчас нету в Москве, поэтому мы их здесь не видим, вот, но мы ежегодно приезжаем сюда в день рождения Муслима Магомедовича и в день памяти к памятнику, который, слава богу, есть у нас в городе, вот, и это место, которое притягивает, знаете, вот такие особенно дни очень многих людей, которые знали, которые всю жизнь любили, которые почитали его творчество и фантастического, легендарного певца. Самые теплые чувства к Муслиму Магомаеву испытывает певец, композитор, один из основателей музыкального фестиваля «Жара» в Баку Эмин Агаларов. Магомаев был другом семьи Агаларовых, и маленькому Эмину часто доводилось общаться с мэтром эстрады. В день 76-летия Муслима Магомаева Эмин опубликовал на своей странице в Instagram видео. What does it matter when I am alone, fighting the battle or staying afloat? В Армении в связи с выявлением злоупотреблениями арестованы бывший заместитель главы МЧС Гамлет Акопян и экс-руководитель аппарата МЧС Гагик Айрапетян. Об этом заявил глава службы нацбезопасности Армении Артур Ванесян. Они обвиняются в присвоении средств из бюджета. Гамлет Акопян был назначен на эту должность в марте 2016 года. До этого он занимал пост руководителя аппарата МЧС. Экс-президент Армении Серж Сарксян будет допрошен по делу 1 марта 2008 года, заявил журналистам после заседания правительства Армении глава специальной следственной службы. Однако при этом Хачатрян отметил, что решения будут принимать следователи. Они сами должны выбирать тактику следствия. И допрос того или иного лица не самоцель. Главное – это польза для следствия. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Баку 25 августа и проведет встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. В МИДе Азербайджана надеются, что этот визит даст импульс для дальнейшего развития отношений. Также в рамках кавказского турне Меркель может посетить Грузию и Армению. Такие события попали в центр нашего внимания. Увидимся через неделю. Пока!